Добрый день, друзья. Сегодня будем менять тачскрин OneTouch Alcatel. Такая вот модель. Забираем телефон. Снимаем верхнюю панель. Включим телефон, проверим стекло сразу. Включаем телефон. Стекло рабочее. Можно менять. Снимаем батарею. Далее снимаем вот эту верхнюю плату, шлейф включения, вот драйвер стекла. Выставляем на фене 350, порядка 350 градусов. Греем стекло.
снимаем. Далее клеим скотч двусторонний на новое стекло. Низ также. Вставляем. Драйвер внизу, кнопка включения. Собираем телефон. Стекло мы с вами уже проверили. Панель верхняя. Все, собираем телефон. Телефон готов. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем удачного дня.